Работникам сферы культуры вручили губернаторские премии. Награждение состоялось в преддверии профессионального праздника. Награды представителям культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер вручил Евгений Куйвышев. Сегодня особенно важна роль культуры в сохранении исторической памяти, накопленных веками традиционных ценностей. Эта ее функция объединяет наше общество вокруг созидательных идей. Благодаря вашему ответственному творческому и профессиональному труду, любви к своему делу, наш регион признан крупнейшим культурным центром России. В числе лауреатов губернаторской премии по итогам 2023 года 21 специалист региона, представители разных народов. Сейчас в регионе работает больше 800 культурно-досуговых учреждений, например, Центр краеведения библиотечной системы Первоуральска. Его заведующая Надежда Демина сегодня также получает награду. Женщина активно участвует в реализации важных для города проектов. Как говорит глава региона, своей деятельностью каждый работник культуры вносит вклад в сохранение и развитие культурного наследия Свердловской области.